Здравствуйте, дамы и господа мы. 16-й по счету ролик BTS. Это у нас Spring Day. Все ссылки на экране. Не забудьте подписаться, поддержать меня. И мы с вами начинаем. Да, уж какое-то супер позитивное начало. Кроме того, что тут нету весны, как я вижу, тут еще и молодой человек на рельсы голову кладет. Не делайте так. У нас тут очень большой звук, я только не могу до конца понять. Ну, во-первых, там еще соседи дополнительно бьют, поэтому я не могу понять, эхо сильное, низкочастотный гул. Здесь бочка, похоже, с большим пространством и гудящий бас. И вместе они такой делают именно, я бы назвал это эффект Imagine Dragons. Ну, вы понимаете, у них все песни такие огромные, как Arena Rock. Вот тут именно похожая низкочастотная составляющая. Извините, там просто параллельно у меня кто-то стучит, я сейчас сделаю склейку. Я свихнусь, знаете, я думал, что если не записывать утром, никто не будет сверлить, сверлят. Если записывать ночью, не будут стучать, стучат во все стены, по потолку прыгают и так далее. Ух, ладно. Господи, опять стучат. Простите за такое лирическое отступление. Вернемся к композиции. Знаете, такая возвышенная песня, ну такая вот немного воздушная и мотивирующая, как движение куда-то вперед к чему-то лучшему. И инструменты это как нельзя лучше подчеркивают. Вот это большие звуки ударных, баса, все вот эти такие немножко размытые синтезаторы, много вот такого высокочастотного шума, и партии такие светлые, ну в общем все такое яркое и светлое, именно не ядовитое, а яркое и светлое. Кстати, у нас, по-моему, на пару секунд Шуга гулял по панораме. Оставался в центре, но тут где-то еще пробежал. Ну, такой прием был в какой-то предыдущей или позапрошлой песне. Ну, опять же, движение такое. Сразу скажу еще,
Звук барабанов хорошо подобран. Приятная перкуссия и клавиши. Они не очень яркие, они такие, знаете, немножко мутные, но при этом читаемые. У них как будто недостаточно низа. Ну, в общем, получается такой романтический эффект художественный, если это выражать как-то именно эмоционально. Клавиши звучат романтично. О, у кого-то собака воет. Ой, классный, классный, классный ночь. Классная ночь. Знаете, прямо мотивирует очень сильно. У меня сейчас не самый легкий период жизни, ну, по крайней мере, в данный момент записи, вы слышите вокруг шумы, если не слышите, вам повезло. Я слышу, некоторые ощущаю, вот как я люблю говорить, на уровне физиологии, телом ощущаю, как-то кто-то долбит в стену ногами, и получается низкочастотный шум. А здесь такого нет. Здесь все отлично. Здорово, в конце еще появилась гитарка такая мутная посередине. Голоса здоровские, бэки мне понравились в конце, вот эти я не буду орать уже, извините, поздно. Вот бэки красивые, вот эти вот не песнопения, напевы, завывания, ну в общем вы понимаете, вот эта финальная часть. Основные партии тоже красивые, мягкие, приятные, без дерзости, иногда можно и без нее. Мне понравилось. А знаете, без чего нельзя? Без бустеров. Вот список на экране. Спасибо, дамы и господа. Спасибо за то, что поддерживаете в этом нелегком пути. Спасибо, благодаря вам могу покупать себе снотворное, чтобы заснуть и не слушать весь этот дурдом хотя бы 4 часа. Вот. Что еще? Ссылки на экране. Подписывайтесь, кто хочет смотреть дополнительный контент, ранний доступ и так далее. Как обычно, у нас есть еще канал с МП Reviews, это K-pop новости, и МП Live со стримами, и также телеграм-канал, как Хаплокация. Что сказать, с вами, как обычно, был Максим, марафон BTS продолжается, до новых встреч, всем пока!